В Ульяновском институте гражданской авиации состоялось праздничное мероприятие, приуроченное к юбилею гражданской авиации. За 95 лет в отрасли произошло много свершений и открытий. Развитие продолжается и по сей день. Отрасль развивается, увеличивается пассажиропоток, строится аэродромная инфраструктура. Вы посмотрите, сколько к чемпионату мира, да и не только, наверное, к чемпионату мира, построено новых взлетно-посадочных полос. Северные аэропорты восстанавливаются. Единственный космонавт в мире, вышедший прямиком из гражданской авиации, Талгат Мусабаев. Ульяновская летка заняла прочное место в его сердце. Дважды он проходил обучение в Центре подготовки летного, диспетчерского и инженерно-технического состава. 28 лет назад я вышел, и я даже помню то общежитие, в котором я жил. Я помню тех преподавателей, которые преподавали мне, с большим удовольствием вспоминаю их. И, конечно, вспоминаю того начальника центра, который здесь находится сегодня, Виталий Маркович Ржевский. Значит, он сегодня здесь, и мы сегодня вместе празднуем 95-летие гражданской авиации. Поздравить ветеранов отрасли приехал губернатор Сергей Морозов. Глава региона отметил, что Ульяновская область не только носит звание авиационной столицы России, но и обладает таким серьезным учебным заведением для подготовки ценных кадров — Ульяновским институтом гражданской авиации. Мы с вами по праву гордимся своим званием авиационной столицы Российской Федерации. И мы с вами по праву не только гордимся, но и носим звание одного из самых главных учебных заведений нашей страны. Все это дается, конечно, не только свыше, но и благодаря вашему замечательному труду. Первый заместитель председателя правительства Андрей Тюрин поздравил с профессиональным праздником всех, кто имеет непосредственное отношение к авиационной отрасли. Я еще раз хочу искренне поздравить всех людей, которые связаны с гражданской авиацией, которые работают на ее благо, на благо нашей великой страны, с этим замечательным праздником. Пожелать, конечно же, в первую очередь нашим ветеранам здоровья, успехов, удачи. И пусть они, как и сейчас, остаются всегда с нами, делятся советами и помогают в этом нелегком, но очень почетном и заслуженном труде. Спасибо. Гражданская авиация наполнена подвигами людей, величайшими открытиями и достижениями. И до сих пор остается предметом гордости и уважения соотечественников. Виктория Шикова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.